Мероприятие началось с приветственного слова ректора единственного в стране университета, ведущего обучение по программе «Мастер спортивного администрирования». Как подчеркнул Лев Белоусов, студенты, вышедшие из стен РМО, являются уникальным кадровым ресурсом для предприятий в сфере управления спортом. Молодые специалисты имеют богатый зарубежный опыт и владеют универсальными методиками управления спортивными отраслями. Предложить работу студентам из 12 стран мира, обучающихся по английской и российской траектории, готовы десятки компаний и профильных организаций. Ярмарка вакансий – это не только поиск работы, это одновременно стимул в будущее. Они могут тем самым продолжать свою карьеру, они могут открывать для себя совершенно новые горизонты и, кроме того, могут открывать для себя новые сферы применения тех знаний, компетенций и навыков, которые они получили в университете. Так, журналист по первому образованию Екатерина Жарова заинтересовалась спортивным пиаром. Проходя практику на Сочи автодроме во время проведения российского этапа «Формулы-1», специалист из Москвы узнала для себя много нового. Теперь у Кати есть идеи и интересные проекты, которые можно воплотить. Здесь сегодня интересно послушать, кто нужен, кто востребован на спортивном рынке, потому что достаточно новый для России рынок. И интересно, конечно же, показать себя. Вот у нас сегодня студенты будут представлять свои проекты, то есть мы будем показывать, что мы здесь делаем и, соответственно, чем мы можем заинтересовать работодателей. Как раз такие специалисты, готовые представить новые идеи, реализовать проекты, нужны в Красноярском крае, говорит представитель регионального центра спортивных сооружений, на объектах которого в 2019 году пройдет Универсиада. Конкретных вакансий пока не предложат, но деловые связи будут обязательно. Мы, в принципе, здесь смотрим в две стороны. Это не только студенты, которые могут приехать к нам в край, но это и наши специалисты, которые могут повысить квалификацию. Так что спектр интересов у нас обширный. Обсудить предложение и наладить контакты студенты Российского международного университета сегодня смогли и с сочинскими работодателями. Вакантные позиции для специалистов такого уровня сегодня предложили крупные организации, структуры и ведомства спортивной отрасли, такие как Федеральный центр спортивной подготовки «Югспорт», администрации края и города, компания РЖД, горнолыжный курорт «Роза Хутор» и хоккейный клуб «Сочи». Сегодня РМУ подписал с ним соглашение о партнерстве. Татьяна Нагорская, Борис Осин, телекомпания ФКТ.